Приветствую, дорогие зрители. Ну вот, посылочка пришла по номеру треку. Я не смог определить, что именно там должно было быть. Поэтому это будет, скажем, сюрпризом для меня. Но, тем не менее, начнем с упаковки. Упаковка в целой сохранности. Когда сколько посылка шла, не могу сказать, потому что не определить, что за посылка. У меня там посылки все идут, чтобы вам делать видеоролики, видеообзоры. Делать, стоит ли продавца покупать, не стоит. Но сейчас мы с вами быстренько откроем. Единственное, что можно только посылку посмотреть, по сколько тут грамм, 65 грамм. Вот. Все-таки догадался, заказала мышку беспроводную. Вот. А я думаю, что-то другое пришло. Упаковка, конечно, очень большая. Обратите внимание, какой защитный матрас. Получается, продавец не пожалел. Вот. А так она машинка. Мышка, точнее, вот красненькую, да, помню, красненькую заказывал. Значит, получается, я сейчас посмотрю по компьютеру, заказала, значит, 7 декабря, а сегодня почти 30, 23 дня посылка шла, можно 5 звезд ставить. Покупала за 165 рублей, вот такую замечательную посылку. Ну вот рейтинг у него очень высокий, 4,8 звезд, опыт продавца больше 2 лет. А заказов оформлено аж 11600 заказов. Очень довольно-таки товар популярный и очень цена такая довольно-таки низкая. Так что все так в порядке, как бы так, дальше. Вот, вот это получается и есть. USB-вход, сюда надо батареечки вставить, две маленькие. Сейчас мы поставим. Ну вот, я покажу, как он... О, кстати, что тут с крышкой? А вот, на место поставил. Щелчок есть, тут тоже есть, и сбоку есть. В общем, игровая, скорее всего, мышка, наверное. Так. Ну все, значит, сниму видеообзор попозже. Покажу, работоспособна она или нет. Если такая мышка вас интересовала, у меня ссылочка на продавца находится под моим видеороликом. Ну вот, дорогие зрители, мышку я подключил. Вот здесь включаются маленькие клавиши. Включить да выключить. Например, я сейчас выключу, да? Ну вот, сейчас. Видите, выключилось. Включить снова можно. Этот. Включается. Работают две клавиши. Раз, два. Еще одна клавиша, плюс колесико работает. Кстати, на экране видно, мышку можно водить. Все функции работают. И также кнопки слева, справа тоже. Все они рабочие. Так что продавцу можно смело ставить 5 звезд. Мышка исправная. Ну, давайте посмотрим, как играет. Ну, вот, да. Ну, такая игра в танке загружена. Ну, это мы как видим, что можно спокойно мышкой водить и работать. Давай, битва. Ну, в общем, дорогие зрители, я дальше не буду видео снимать. Самое главное, показал, что мышка работоспособна. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.